Здорово, бандиты, с вами снова Айс, и сейчас мы будем пытаться убивать самого сложного босса в игре. Ну, некоторые так считают. Дракошка. Не на эксперте, конечно, но дракошка. Честно говоря, я не знаю, как я его буду убивать. То есть я его видел, кстати, по сравнению с тем, что ты видел, ну, как бы, когда ты смотришь со стороны, облака движутся быстрее, реально быстрее. Со стороны тебе кажется, что облака медленнее движутся. Намного причем медленнее. На самом деле они движутся очень быстро. Из-за этого сложности возникают, даже дополнительно. Блин, парировать попытался, идиот. Не надо парировать пытался. Нубасян не должен этого делать. Он же Нубасян. Блин, а куда я там? Кстати, эти суператаки. Видите, какая фигня с этими суператаками вообще. Видите беду этих всех суператак? Долбанулся, блин. Мало того, что эта суператака ничего не сделала, так я еще и долбанулся. На третьей стадии мы его довели каким-то случайным образом, но это... Я даже не прочувствовал третью стадию, на первой стадии потерял какую-то фигню вообще. Огромное количество жизни на первой стадии потерял, хотя вроде она как бы... Не такая сложная на самом деле, наверное. Не, ну для профессионалов она не сложная, для нубасянов-то она сложная, понятно, так что... То, что я потерял, то ничего страшного в этом нет. Были, опять же, там один из самых сложных боссов убивает в игре, если не самый сложный. Тактику нашли вроде как. Ну, фиг его знает, тактика ли это или вообще не тактика. Что мы там нашли, что там не нашли. Пока я, блин, делаю супер удар, облака эти, ну, хоть не делай супер удар, реально, потому что пока я его делаю, облака плывут и так далее, огоньки бьют, блин, прыгают. Какая фигня вообще непонятная. Реально, блин, просто не применяйте супер удары. Да, вот стадия очень сложная. Вот эта стадия очень сложная, третья. Наверное, на третью стадию нужно супер оставлять. Не наверное, а точно. Хотя, опять же, блин, вот этот супер удар, он вообще непонятен. Великолепно. Пытался парировать атаку. Ну, красное колечко забрать не пытал. Все, поплыл. Хотя не поплыл просто. Просто все мысли о третьей стадии, как всегда. А когда мысли о третьей стадии, как бы... Ничего хорошего не будет. Надо было этого дракона с первой попытки убить. Это был единственный мой шанс, мне кажется. Просто так, знаете, на шар его завалить. Чисто на лаки, на шару. Как обычно нубасяны и делают. Это было бы правильно и верно. Было бы великолепно, правильно, великолепно и верно. Блин. На первой стадии нужно проходить, конечно, без этой фигни. Мне так кажется. Не теряя, имеется в виду, жизни вообще. Как и вторую стадию появили. До третьей стадии можно хп не терять. А третью тогда можно терять хп. Ну и то так слишком это. Понятно, что слишком условно. Все это вообще условно.
Ну как так-то? Ну... Жопа. Жопа с ручкой, блин. Жесть, конечно, сложно, но ничего не поделаешь. Предстадия должна, наверное, такой быть, согласиться. Вот если бы там, правда, не потерял бы, блин. Да ладно, но если бы не потерял бы, я бы убил точно его, но я его и так убил. Что-то как-то самый сложный босс в игре, ну ладно, может на эксперте, конечно, он был бы намного сложнее. Но как-то прям самый сложный босс в игре не оправдал своего названия, мне кажется. Он прикольный, но самый сложный ли? Конечно, не на А+, там, не на А, это естественно. Ну, ХП могли одно сохранить точно, парирование могли тоже третье сделать. И там бы был бы, наверное, минус какой-нибудь. Плюс-минус. Да, кошка повержена, это хорошо. Ну, наверное, хорошо, я не знаю. Так, ты кто такой вообще? А, это мавзолей, смотрите, как я вижу, правильно? Да, в мавзолей можно зайти, потому что в мавзолее мы найдем еще немножко, это, попрыгаем. Давайте на паузу нажмем, на секундочку. Ну что ж, попробуем пройти мавзолей этот второй. Вроде мы уже начинаем его пробовать проходить. Но после того, как мы побили дракона, конечно, плюс моралька есть. Ай, да ладно. Совсем чуть-чуть не хватило, чтобы с первой попытки его пройти. Трудновато, конечно. Но с парированием, да, у меня вот... Не все у меня хорошо с парированием, поэтому... Такие вещи, они, наверное, помогают как раз потом в будущем. Чтобы с парированием было лучше все. Потому что я часто ошибаюсь. Нам, по идее, должны второй супер дать, да, за это? Если не ошибаюсь, это будет... временная неуязвимость. Но это не точно, как говорится. Victory! Спасибо, спасибо, спасибо за награду. Большое, большое человеческое спасибо за награду. Мне ждали какую-то награду, да? Да, 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 нет, да, нет, да. Ну да, второй супер дали. Вроде как. Я ж правильно понимаю, ну-ка. Ну да. Так, а куда нам дальше? Наверное, сюда. Я понял, что это за зона. Вот в этой локации я просижу намного дольше, чем на драконе, на 100%. Потому что изменяющиеся верхние виды, вот эти вверх-вниз, короче, это совсем не мое. Видел эту локацию, я понимаю приблизительно, как ее нужно проходить, но...
это совсем не мое. То есть тут вообще от слова вообще. Ну ладно, попробуем еще. Что нам стоит дом построить, правда? В глаз надо стрелять, если я не ошибаюсь. Я недавно как раз видел эту локацию. Две машинки можно и так перекрыть. Стена контри, блин, условное название. Короче, в пень. Чем дальше я стою, тем хуже. Может, поменять, кстати, можно оружие, наверное. Ай, глупо. Глупость, тупость и идиотизм. Как раз парирование эти тут нужны. Только у меня нифига нету. Ай! Вот договориться, да я же говорил, да? Я же говорил, понимаешь? Не то дело, что я говорил, что так и будет. Да, где парирование? Я только что проходил уровень, который состоит полностью из парирования. Почему сейчас не получилось? Любопытно, конечно. Ну ладно. Говорится, не получилось, ничего страшного. Просто любопытно, малость. Блин, поганые губы вылетели настолько непредвиденно и неожиданно, что я прям даже не знаю. Тем более, что я стою, тем, блин, больше я получаю, это очевидно. Надо просто идти вперед. Не особо париться, блин, по этому поводу. Просто идти вперед, теряю кучу жизни. Да, теряю кучу жизни, и что? Трубу нужно, наверное, издали расстреливать, получается. Ну, во всех играх, которые я всегда играл, в принципе, смена перспективы вот такой вот сверху вниз постоянно вызывала у меня, ну, проблемы. Поэтому я сразу, увидев этот уровень, сказал, что я буду проходить очень долго. То есть, намного дольше, наверное, чем дракона. То есть, если дракона там... Я не считал, сколько попыток потребовалось, но немного. То этот уровень, я думаю, что раза в два дольше буду проходить. Из-за того, что как раз вот то, что в этом уровне, мне очень не подходит. Немножко нужно было подождать. Наверное, все-таки. Здесь, наверное, нужно было, что-то я знаю. Обо что я только что там ударился? Вот в чем дело-то, обо что я там ударился. Я два раза вверху обо что-то бился, то есть нельзя вверху. Вверху там типа такая же фигня, по которой нельзя ходить. Я понял. Я вас понял. Господа и дамы. Хорошо. Вот даже видя этот уровень, да, как проходит, все равно, то есть до конца-то не понимаешь. Какие-то мелкие детали, где ты там получаешь урон, где ты его там не получаешь. А только играя сам, то это можешь понять. Тупо. Ну ладно, это мои тупости. Мои проблемы вечные, понимаете? Моя вечная тупость. Моя вечная тупость и мои вечные проблемы, связанные с этой тупостью.
Ну, как бы так и... Ай, так и будет. Никуда нам не денутся. А че убьем эту, блин, поганую трубу? Если реально вообще сделать. Я думаю, что реально. Че бы и нет. Я ж по времени никуда не спешу, там этот уровень проходить на А+ какой-то. Дробаш такая, блин, такая недамажистая вещь. Настолько она недамажистая вообще. То есть настолько вообще, не знаю, с дробаша ничего не убивается. Такое ощущение. Ну реально ощущение такое полное. С дробаша вообще ничего не убивается. Абсолютно. Хотя, наверное, это не так, ну, по идее. Дамаг у дробаша тоже должен быть неплохой. Просто это больше так кажется. Наверное. Но это не точно. По крайней мере, мелочь всякую дробаш убивать помогает. А что там еще нам нужно, да? А что нам еще нужно, в принципе? Прям как убийство этой разной мелочи. Которая думает, что она важная. Ай, не могу. Давайте, короче, не спешить, пытаться сделать все то же самое. То есть попытаться эту трубу убить вот таким вот образом. Ну а кто нам реально спешить? Жалко, что хп потеряли четвертое, но... Но этот платформенный уровень для меня действительно намного сложнее. Труба, кстати, очень прикольно выглядит, реально. Опять у меня, понимаете, цель на сегодняшнюю, в принципе, серию было убить дракона. И после того, как я эту цель выполнил, небольшое какое-то такое самоуспокоение, что ли, приходит. То есть, типа, ну, дракона убил уже, ну, что тебе... Ну, что там дальше париться, да, то есть, ну... Дракона-то убил... Ну, успокойся, да, теперь. Будем делать вот так вот, и все, и не париться вообще. Трубы будем убивать, блин, по-айсонски, короче. Ай, блин. Да... Это фигня вообще. Какая же это фигня? Вообще полная фигня. Это не сложность, это фигня для меня. Я просто не могу. Мне мозг не соображает. В других пространствах, понимаете? Их там, блин, искаженных. Мой мозг соображает только в обычном трехмерном пространстве. Где там люди по потолку не ходят, понимаешь? Из-за этого сложность. То есть не был бы этот такой платформенный уровень, был бы намного легче. Я бы за это время пару боссов, наверное, успел убить. Хотя не факт. Сложно? Конечно, сложно. Мега сложная игрушка. Я как бы не отрицаю. Особенно для нубасянов. Эта игра вообще не для нубасянов, я бы сказал. Не, ну это факт. То, что эта игра не для нубасянов. Согласитесь. А вся сложность в том, что вот именно когда ты по потолку ходишь, я перспективу потолка очень плохо воспринимаю.
Это было так всегда, в принципе, любой игрушки, там, с Dendy, не знаю, с Sega. Я, кажется, об этом говорил как раз в каком-то платформе, в котором мы играли уже. Что за платформа только была, вот не помню нифига. Когда именно там магнетизм меняется тупо, да, и мы как бы с помощью магнитных сапог ходим по потолку. Ну, типа ходим по потолку. Хотя это я могу проходить, конечно, просто дольше намного. Я скажу, что это непроходимо для меня вообще. Конечно. Где я вообще нахожусь? Фиг его знает, ну ладно. А где-то там еще нахожусь. Ах ты, блин, ёжик ты морёжик. Прошел! Я уже даже замолчал в конце, думал, что еще что-то будет. Не хотел, типа, разрушать атмосферу. Думал, одно хп, сейчас какой-нибудь фигне заранюсь. Заранюсь! Да, дракошка для меня был, конечно, попроще. На самом деле он не проще, просто вот именно искаженная перспектива вот этого уровня, конечно, она... Она, короче, ну, повлияла. Влияла сильно. Так, ну что, все что ли? Или тут еще куда-то можно идти? Вроде еще где-то какой-то уровень был, мне кажется. Да, тут еще один платформенный уровень. Очередные страдания Нубасяна на платформенных уровнях. Он же любит пострадать на таких уровнях. Я понял, грабаш, все дела. Ай! Я понял. Я все понял. Никакого дробаша. Вообще никакого дробаша. Ни в коем случае никакого дробаша, по крайней мере. Я думал, что этот шарик можно парировать, но, возможно, и можно, да, только не мне. Вот этот уровень, кстати, я не помню нифига. Вообще не помню его, честно вам скажу. И как тут проходить? Там же везде клауны стоят, как там проходить? Ладно, сейчас будем пробовать. Сейчас будем думать, вернее. Что пробовать? Нужно думать, а не пробовать. Да, можно парировать шарик. Все-таки можно. Можно, все-таки даже нужно, наверное, где-то. Вообще проще всего просто пробегать чаще. Чаще всего проще всего пробегать. А, я понял. Понял, как проходить. Ты, кажется, поздно понял, потеряв кучу, блин, жизни. Огромную. Ну, это у меня часто бывает. Не заметил, что сзади прилетело. Я так, не знаю, замолчал, думал, что, кто меня может убить отсюда, что там меня может убить. А здесь стоял такой клоун, которого нужно до этого было, наверное, уничтожить просто. И, короче, он меня задел. И долбанул, получается. Любопытно.
Шайки должны быть добрые, милые. Они такие злобные, как эти, понимаете? То есть, когда лбануть тебя вот так вот супер ударом, на нафиг. Поехали заново. Этих шаек и бесконечно, что ли, можно парирование все качать? Любопытно. Не понимаю я очень часто хитбоксы, на самом деле, нашего персонажа. Вообще не понимаю. Они какие-то слишком странные, то есть, для обычных игрушек. То есть, как будто в Cuphead'е придумали свое обозначение хитбоксов для того, чтобы было сложнее играть. Типа. Но это не так, конечно. Больше кажется, естественно. Но поэтому я говорю, как будь себе. Ничего не понял, ну ладно. Не понял, почему первый раз не пролетел, естественно. Только это не понял. Все остальное вроде понял. Не все, значит, понял. Самое сложное начинается вот сейчас. Почему-то я турин не помню реально вообще. Странно. Так вот, самое сложное начинается вроде сейчас. А, все, вспомнил. Вот этот момент я вспомнил на уровне. Горчицы всякие, кетчуп, блин, летает. Горох, что-то еще. Это я вспомнил, да. А вот начало этого уровня я не вспомнил. Видимо, он очень простой. Очень простое начало, вернее, этого уровня. Даже не запомнилось мне. Поэтому я подумал, что я его не видел. Видел, конечно. Я не гонюсь за временем прохождения, то есть. Поэтому не важно, то есть, сколько мы их будем бить. Главное, что мы их будем убивать. И все. Здравствуйте. Вы сдохнете, не? Многоуважаемая сосиска в тесте. Я обожаю сосиски в тесте, но просто есть обожаю, а не биться с ними, естественно. Победа, кстати. Прошли мы очередной этап. И, по идее, прошли второй мир, да? Ну так, если подумать. Что-то мне не верится, честно говоря. Честное слово, не верится. Что мы прошли второй мир. И прошли ли мы его? Вот в чем вопрос. Получил кучу монет, можно что-то в шопе купить. Давайте зайдем, попробуем что-нибудь купить у Порки. У поросенка Порки. Welcome. Medium range and good damage and slow rate of fire. Автопарирование. Лонг, большой рейндж, дамаж, лайминг. Автонаводка, кажется, да? Болт атак, rapid fire. Как-то так, мы накупили, короче, непонятно чего. Сейчас будем разбираться, что будем ставить себе. Ага, это лонг-риджовые атаки, получается. Medium range and good damage. Давайте попробуем. Так, ну по идее я тут больше ничего не видел. Сюда, наверное. Hold is right, the fell, и чё?
Не пугайся. А что не пугаться-то? Шаги, короче, хороший дымак, но небольшой рейндж. Самонаводки и шарики я взял. Ну, фиг его знает, надо посмотреть, как оно будет. Куда дальше-то идти? Я не очень в курсах. Вот.